Тут есть накладки. Они чище. Накладки тут
не сдвинуты случайно. Сдвинуты накладки. Давно уже делали, блядь. Вот что-то опять случилось там, наверное. Сейчас поедем. Да, наверное. А чего там? Да, рубка вроде. Авария, да? Давай. Ну, наверное, рельса сломалась. Мотовоз прыгнул. Вот. Может, рубка? Может быть, рельса сломалась. А что, он слетел в это? Нет, мотовоз едет, прыгнул, допустим, прыгает, скачет. Вот едем, поднимаем, смотрим. Сейчас нас 6 человек, а вообще 9 человек работает путейцами. 9 человек, меняемся. Тяжело. У нас самая тяжелая работа этого путейца. Самая тяжелая. Вон там, где вагон, видите, еще дальше был участок, там добывали. Все уже там к берегу близко, уже некуда соль брать. На новый участок переплавили. Рихтует еще линию. В городе жить тоже дорого обходится. Про те же продукты. Вот. Живем. Хозяйство разводим. А как без хозяйства? Детей-то учить надо тоже. Кто уже корни тут пустил? Куда уже? Допустим, нам. Куда ехать? Кто нас здесь ждет? Работа есть, что-то уже это. Молодежь бы есть, некоторые разъезжаются. Если где-то кто-то там отучился, допустим, пристраиваются, уезжают. Семейным ездить по заработкам это тоже тяжело. От семьи бог знает где. Смысл куда-то рыпаться. Везде хорошо, где нас нет. Да. Стрела. Хорошо, ладненько, давай потом позвоним. Давай. Так что ты делаешь, палки? МЧС. Да, от МЧС пришло. С 19 по 23 местами жара опасна. Хоть значит еще жара будет. Пойдем, а то холодно было. Да, считай, июнь холодный, дождливый был. Поэтому добыча идет сезон, вот летний. Так, ну, не знаю, почему она так... При холодной погоде она черная становится. Меняет цвет. Когда вот такая жаркая погода, она розовая. Или испарение там какое-то идет. Ну, говорят же, там... В этой соли там вся таблица Менделеева.
большой концентрат соли. Начали собирать их заново. Ой, боже, они там не едут. В кучку начали собирать. Едет выводка. Да. Уже отходит от комбайна. Так, все. Нам хоть попрохладнее. Пойдем поработаем.
Вот, вот в этих резиновых сапогах и в холод, и в жару. Пошло. Сейчас. Забирай эту. Садись вот прямо туда, где он сидел. Да. Сиди, сиди. Да нет, сюда уже время. Так, сейчас я приду, пока подгоню. Мы сюда приехали, вот в Бурлинский солепромысел. Моей бабушке было 2 года. Она 1887 года рождения. 2 года, и вот мы до сих пор здесь живем. Мой отец здесь родился, в Бурсоле. Я родился. Внуки, правнуки у меня уже есть. Правнук уже здесь родился. Вот так вот мы живем здесь. Вы знаете, я когда в армии служил, мне предлагали, останься. Это был город Белогорск, Амурской области. 100 километров от нас был Благовещенск. Вот как бы вот это. Предлагали. Ну, вы знаете, домой тянуло. Охренеть, потому что было. Но все равно родное оно, вот оно и есть родное. На сегодняшний день наш поселок, да, он зеленый. Но вот мое детство, вот стояли дома, ни одной травинки, ни одной деревинки, ничего не было, все сплошной солончак и все. У меня, например, 1 сотка вот земли вот дома, она привезенная. Я 5 КАМАЗов привез с земли. Сразу навозом, мы же скотину все держали. У меня по 2-3 коровы я, блядь, держал. И вот мы навозом, я вот выстелил, чтобы солончак закрыть. Где-то в пределах 30 почти сантиметров. Вот, чтобы погасить как бы вот это все. Понимаете, вот если поливаешь, то нужно каждый день и немного. Вот, если ты переборщишь. И раз солончак поднимается, а потом все. У тебя потом уже ничего не вырастет на этом огороде. Вот эта система наша, вот система вот эта добыча, это же было сконструировано нашими местными людьми. Вот этот соликомбайн, и он до сих пор и работает. Те, которые еще в 40-е годы его сделали, они до сих пор, и мы до сих пор на нем и работаем. Ну таких больше нигде нет. Да нигде.
меня отец работал здесь 40 лет, и мама 35 лет на производстве. Батя там у меня, отец, мельником работал, а мама на 4-м этаже, там, на корпусе. Да, отец ветеран труда, и мама ветеран труда у меня. Работа хорошая. 50 лет вот проходил, вот еще 50 лет пройдет. Да. Давай, давай. Давай, давай. Заводи. Тут порой разговаривать некогда. Такая машина только у Майкла Джексона и у Джона. Была ужасная буря, деревья ломались, такой ветер был у нас сильный. Со всех сторон дует. То с озера дует, то отсюда дует, то с севера, то с востока. Да, с севера, у нас больше как-то, запада. У нас вот пылевые бури, вот знаете, вот как начнет крутить, и целый столб. Идешь в степь, и вот эта земля, как пепел. Ой, бури вот. Какие были. И да, вообще вот травы не было, ничего не росло. Вот даже в огороде привозная земля. Поливаешь, земля начинает подсыхать, и она белеет. Выступала соль, а сейчас нет. Ну, мы удобряем, у нас было хозяйство, сейчас-то мы уже не держим. Было хозяйство, весь навоз удобряли, мы сюда, да, в огород. Дачи свозили. Были возле 10-го. Урожай какой собирали. Сейчас дачи эти, Юлечка, забросили уже. Извините, ты не посмотрела? Посмотрела, нет. Да ты что? Конечно, молодежи здесь сейчас неинтересно. Раньше клубы, танцы были, вот приходили и танцевали на улице, площадки были. Баянист играл, был духовой оркестр, был ансамбль. Я даже представления не имела, куда я еду. Я когда вышла с машины, привезли сюда, я перепугалась. На Украине такого не было. Я с такого места, что природа такая красивая. Ну, а куда деваться? Вот. Приехала деньги зарабатывать. На Украине заработки-то маленькие. Вот. А тут 120 рублей в то время, в советские времена, это же хорошо. Мы пошли на работу, и так и остались тут из-за этих денег. Вот. Я деньги любила, на работу шла всегда. Вызывают. Я как-то один раз отработала с утра, во вторую, в ночь я опять с утра осталась. Некому было работать, я оставалась. Ну, правда, и все награды, все 8 марта, на день пищевика, я всегда была награждена.
У нас и план был тогда большой, и объем был большой, и у нас было 4 смены, и 3. По 4, по 3 вагона грузили в день, по 65 тонн, по 68. Да, а потом захват произошел. Захват производства. Утром звонит, Шик тебе позвонил, в 6 утра. Мэр. Ну, говорит, Валерий Иванович, захват производства. Вот ну, настоящая драка, настоящий захват был рейдерский. Война, настоящая война. Я сколько жила, я такого не видела. Вот так. Сторожа на проходной где-то связали и посадили, ну как, под замок. Вот. Вели они себя нагло, ох, они, когда забаррикадировались, угу. Бананы показывают, едят так, палками стучат по сагам. Мол, сюда дети, мужики, кричим сюда, ну что, стрелять будете? Если надо, я буду стрелять. Да. Этими палками, стульями, по ногам. Ну и мы толпа как ринулись. Окно вышибли, раму большую. Двери, решетка металлическая была. Двери разбили, как ворвались туда. И угу. Все, их смяли, и там вот так вот. Весь поселок был. 5 или 7 человек было. От хорошо. Малого до старого. И потом, в общем, один парень пистолет поставил до виска. А бабке 80 лет было. Она хватает вот этот стул. Она ему как дала по голове, и он на коленки упал вот этот. Пока милиция из города приехала, там уже их били всех подряд, вот эти, кто приехали. Вот. Я подошла до Комарова, говорю, что вы натворили? А он стоит в галстуке, в белой рубашке. Я ее так раз за галстук взяла. А говорю, тварь ты такая, ты что натворила? Говорю, ты сколько тут работал и такое натворил? Он споткнулся и упал. Я так держу ее за галстук. А ребята его как начали пинками бить, ой-ой-ой-ой-ой. Я галстук этот бросила, а он встать не может. Его потом на руки схватили, он вылетел в толпу, его выкинули. Он летел как птичка ведь оттуда. А потом, когда побежала у него кровь с носа, я полотенце схватила, намочила. Мне жалко стало, я все-таки женщина. Я ребят послала, говорю, быстро привезите врача. Привезли врача. Завели его туда в контору, его положили на койку, меряют давление, в его 180 давления, на 110 было. Ну, конечно, расстроился. И отлупасили его, и все, это же... Ага, он лежит, а я врачу говорю, а мне замерите. Мне замерили, а у меня почти такое же давление, как и у него. Врач говорит, ну, ложитесь рядом, говорит, я буду вас лечить. Вот, и смех, и грех был. Ужас один. И тут электрики идут. Они возле столовой что-то там делали. Ну, я посылал мужиков. И с лопатами. С лопатами, там опору меняли. Ага. Идут они с лопатами сюда, подходят до конторы. Они как увидели, что это, что такое дело, что с лопатами идут. Они же думали, что их будут бить. Они в машину сбежали. Потом еще приезжали. Смотришь, машины, раз джипари, поехали по поселку. Только машины проехали, эти джипы, люди все в контору бегут. Вот, контору охранять. Thank you.
Олег, просто убираем. Серебряные струны. И если вы все вместе, значит, жива Россия, значит, жива душа. Thank you.